Люди – это главное достояние государства. Именно люди обеспечивают могущество и процветание своей страны. Будущее страны – это дети. Передать им веками накопленный потенциал нашего народа, его духовное и физическое здоровье – первоочередная задача здравомыслящих взрослых. Потеря духовно-нравственных ориентиров, кризис института семьи, массовые аборты, пьянство и наркомания сделали Россию мировым лидером по числу детских самоубийств. Страна может лишиться человеческого потенциала и, как следствие, будущего. Дети – наш последний бастион. Взрослые обязаны вернуть нашим детям радостную надежду, стремление добросовестно учиться и трудиться на благо Родины и народа. Мы намерены собрать команду талантливых врачей разных специальностей для воплощения в жизнь одного из самых насущных проектов нашего времени – врачебно-просветительский фонд «Подвижник». Русская медицина в лице лучших своих представителей всегда базировалась на высоких идейных принципах, считая духовность и нравственность основой здоровья человека. Врачи фонда, имеющие достаточный клинический опыт, после прохождения специальной теоретической подготовки занимаются просветительской деятельностью. Врачи-просветители ведут личный прием и круглосуточные онлайн-консультации. Идейной основой для этого проекта стал многолетний опыт успешной работы Центра медико-социальной реабилитации «Подвижник» под руководством врача-психотерапевта Вячеслава Владимировича Боровских, создателя метода нравственно-ориентированной психотерапии. Капитал фонда формируется из добровольных благотворительных пожертвований граждан в виде денежных перечислений и передачи в распоряжение фонда помещений и оборудования. А при поддержке государства он может стать системообразующим проектом, способствующим улучшению демографической ситуации в нашей стране. Успешность работы фонда во многом зависит от подвижнических усилий всех, кто болеет душой за будущее нашей страны. Вы можете прямо сейчас сделать свой вклад в это будущее.